Обратили внимание на проблемный участок дороги в Добром. Прокуратура города Владимира выявила нарушение законодательства дорожной деятельности. Установлено, что подъезд к дому номер 1Г по улице Растопчина не включен в перечень улично-дорожной сети города Владимира. При обследовании указанного участка дороги выявлено, что он находится в неудовлетворительном состоянии. Требует проведения капитального ремонта, там отсутствует тротуар и электрическое освещение. Напомню, жители дома и общественные организации неоднократно обращались в администрацию города с заявлениями о приведении дороги в нормативное состояние. Однако администрации действенные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, не принимались. По результатам проверки прокуратура в адрес заместителя главы администрации города Владимира внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.